Шайба Владимира Карабинцева признана лучшей по итогам февраля в МХЛ. Накануне подвели итоги 6-го игрового месяца молодежной хоккейной лиги. В список лучших попали 10 шайб. Самой красивой признали шайбу югорского хоккеиста Владимира Карабинцева. Это взятие ворот случилось в выездном матче против команды «Локо-76». Владимир Карабинцев подхватил шайбу на своей половине, протащил ее до ворот соперника, а далее, благодаря отличной технике, вскружил голову защитникам и прицельно бросил по воротам соперника. На этой неделе «Мамонты Югры» начнут борьбу за кубок Харламова. В первом раунде плей-офф подопечные Олега Таубера встретятся с командой «Белые медведи» из Челябинска. Серия начнется 11 марта в Ханты-Мансийске. Потом, на следующий день, команды сыграют еще раз. Затем дружины переберутся в Челябинск. Серия продлится до 3 побед.